Завершить реконструкцию автодороги Ош-Баткен из Свана планируют в следующем году. Как доложил президенту министр транспорта и дорог Джанат Бишенов, уже завершены земляные работы. 64 водопропускные трубы построены и отремонтированы. Подходит к концу возведение нового моста. Асфальтом покрыли чуть более 5 километров. Общая протяженность дорожного полотна 33 километра. Проект поспособствует укреплению транспортной независимости страны, соединит Баткенскую область с другими регионами республики. Завершением этого проекта станет возможным также беспрепятственное транспортное сообщение с Таджикистаном и Узбекистаном. Стоимость проекта почти 24 миллиона долларов. Большую часть суммы выделил Исламский банк реконструкции и развития. По республике в прошлом году в стране было открыто более 500 новых предприятий, создано 6372 рабочих места, сообщил президент на встрече с жителями Кадамжайского района Баткенской области. Он также напомнил, что на 2 года введен мораторий на проверки бизнеса. Новые компании освобождены от проверки на 3 года. Для предприятий, занятых переработкой сельхозпродукции, налог на добавленную стоимость сокращен на 80%. Президент также рассказал и о сути судебно-правовой реформы, и о системной борьбе с коррупцией, коснулся вопросов цифровизации, ирригации, внешней политики. Для Баткенской области, где большой поток миграции, очень важен вопрос развития ирригации. Много проблем в Кадамжайском районе. На сегодня идет строительство каналов Боскара-Кыштаг и Молдон-Нияз. Если будут освоены новые земли, то появятся новые рабочие места, снизится поток миграции. Поэтому для баткенцев очень важна реализация программы по развитию ирригации. В рамках государственной программы развития ирригации из 65 тысяч гектаров осваиваемых земель, 30 тысяч гектаров земли или 46% относится к Баткенской области. Для реализации программы проекты были разделены на 3 группы. Определены источники финансирования 17 ирригационных объектов, входящих в первую группу. 14 объектов, входящие во вторую группу, будут построены при помощи инвесторов. На сегодня завершаются переговоры. Пришедшие на встречу с президентом задали очень много вопросов. В основном речь шла о строительстве и ремонте дорог, социальных и инфраструктурных объектов, выдаче льготных кредитов, обеспечение чистой питьевой водой, строительство перерабатывающих предприятий и экологических проблем. Наше село расположено в 75 километрах от районного и 100 километрах от областного центра. Ближайшее село находится в 24 километрах от нашего села. Село расположено в тупиковой местности. Школа находится в аварийном состоянии. А это уже погранзастава «Факел» в селе Өтүкчү Кадамжайского района Баткенской области. Главнокомандующего приветствуют солдаты. Служба их теперь будет проходить в новом здании. Построили комплекс в рамках сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Ранее российская сторона передала погранслужбе нашей страны 125 автомашин, экскаваторов, погрузчиков, автокранов, установок для бурения. Уважаемые представители Российской Федерации, Кыргызская республика очень высоко ценит поддержку и помощь, которую оказывает Российская Федерация. Россия помогает нам не только в сфере пограничной безопасности, она помогает и в других отраслях нашей экономики, военно-техническом сотрудничестве, медицине, образовании, миграции и других отраслях. Я, пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность российским представителям. И хочу отметить заслугу наших двусторонних отношениях и обеспечения региональной безопасности лично президент Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанную поддержку. Поддержку мы всегда благодарны. И мы, как вы знаете, скоро у нас будет государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина. Это для нас очень важное политическое событие. И мы ждем этот визит, с нетерпением ждем и готовимся. И мы уверенно надеемся, что этот визит еще укрепит наши взаимодействия. Глава государства отметил, что нынешний год для пограничной службы республики юбилейный. 20 лет назад пограничные территории были переданы под юрисдикцию Кыргызстана. Президент высоко оценил работу защитников рубежей страны и сказал, что руководство пограничной службы должно прилагать все усилия для надежной охраны не только наших, но и внешних границ ЕС. И вручил сертификат на 200 тысяч сомов.
Также в ходе рабочей поездки по Баткенской области президент посетил производственный комплекс при лицее номер 8 в селе Караван города Кызылкая. Здесь ученики занимаются покраской автомобилей, ремонтом моторов, сварочными работами, токарским делом, электродиагностикой, вулканизацией, заменой масла, мойка машин. Учебное заведение планирует увеличить доход до 10 миллионов сомов к 2020 году, создать условия для открытия собственного бизнеса выпускников лицея, оказывать услуги населению и создавать новые рабочие места. Президент отметил, что необходимо готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда для сферы сельского хозяйства и переработки продукции. Анастасия Соболева, Диас Акимбаев, НТС.